В романских языках слово «герцог» обозначалось словом «дюк». Если вас и не зовут Арман Эммануэль Дюплесси, герцог де Ришелье, но вам знаком вкус победы, а ваше второе имя – успех, то специально для вас мы представляем абсолютную новинку – одно из самых солидных кресел производства компании Тэтчер – «Дюк». Уникальная особенность этого кресла состоит в том, что высокая спинка буквально увенчана широкой подушкой, которая позволяет положить голову, не напрягая мышцы шеи. Присутствуют дополнительные подушки на спинке и сиденье. Обивка кресла выполнена из мебельной ткани высокой прочности и сетки, что придает изделию современный вид. Ну а, конечно, текстура, она заслуживает отдельного внимания, ведь именно она придает удобство и комфорт, и, что самое главное, напоминает крупную вязку, делая неповторимый стиль высшего света, добавляя вам изысканности. Присутствует независимый пружинный блок в подушке сиденья, позволяющий максимально комфортно разместиться независимо от вашего роста или даже веса. Что еще интересно, ролики выполнены из полиуретана, позволяющие максимально комфортно перемещаться как по ламинату, так и по паркетной доске. Крестовина выполнена из полиамида с декоративными вставками. Подлокотники выполнены из тех же тканей, что используются в обивке изделия. Но это все слова. Что до комфорта, давайте его испробуем. Механизм качания позволяет вам насладиться гравитацией и возможности угла отклонения 15 градусов с фиксацией в любом положении. Ну а самое главное то, что высота посадки регулируется газлифтом третьего поколения с ходом в 10 сантиметров. Кресло представляется в цветовых гаммах серой ткань и серая сетка, а также бежевая орех ткань и бронзовая сетка. В упаковке кресла вы увидите инструкцию по эксплуатации, инструкцию по сборке, а также само изделие. Упаковка весит до 20 кг. Сборка кресла составляет порядка 30 минут, гарантийный срок – 1,5 года. Кресло «Дюк» – максимально комфортное, максимально удобное и, что самое главное, максимально продуманное для вас. Почувствуйте роскошь высшего света. Кресло «Дюк».